сейчас гуляю в Roblox со своим папой. Я выбираю доктора. Вот мой папа. Ой, я ему по голове. Пошли, грузовичок. Вот мой папа рядом с этой девушкой какой-то. Ой, как мы странно едем. А малыши? О, давайте прыгнем. Пыр-пыр. Ого, я прям свалилась. Загружается. Я сейчас с котом сижу. Хрустящие 4 подарки. Сейчас будем искать предметы, вкусняшки всякие. Заходим, папа. Выбираем яблочко. Привет! Добро пожаловать в твой новый дом. Закуски. Здесь везде спрятаны закуски. Они не успевают. О, денежки, папа. В синей комнате денежки. В маленьком ящике. И в нижнем. Вот. В самом нижнем. Да. Были денежки? Так, вот тут нету. Вот тут нету. Все, это одно было. У нас 20 гривен. У тебя сколько? Тоже? О, тут с самого верху. Посередине. Нашел? А, тут еще один ящик. Ничего нет. Я пошла в зеленую. О, тут яблоко есть. Взял? Вот тут еще ящик. А где возьмем комнату? Точно? Хорошо, только в туалет пошли, так заглянем. Любимое место. Может, такое? А, Кока-кола. Я ее взяла. Все, пошли. Ты куда полез? Ой, пошел. Подожди. А что в розовую? Нет. Я еще не все ящики переискала. Я ищу. О, печенька нашла рядом с подвалом. Нашла я возьму. Так, глянем ящик. Ой, папа, отойди. Ты мне... О, еще печенька. Тут 2 печенька. Так, вот, дверь открыта. Не хочу туда смотреть, там уже эти. Ну, не знаю, кто, но может и никто. Ладно, пойду займу розовую комнату. Блин, а мы только с тобой будем рядом. Что-то за дверь. Открой, папа. Ты сейчас не можешь спать. А что мне еще делать? Я спать хочу. Это доставщик пиццы. Пошли дать пиццу. Пицца. Так. Какой у меня кусок будет? О, большой. А у тебя какой? Ой, это очень классно. Я иду со всей скорости. Смотри. Я медленная, да? Я вообще сейчас не знаю. Куда?
Ах, так без меня послушай. А, телевизор. Нет, нет. Иду к вам. Папа, я рядом с тобой. Ой, ой. Капусту. Нет, уже типа видим. Ну ладно. Не, не капусту. Если, конечно, это хорошо. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Синий точно. А зеленый. Есть? О, можно я тут, а ты там? Там дает энергию плюс 20. Блин, кто-то не успеет, и у него потратится энергия. У нас даже бит нет. А, еще кто-то не идет. О, успел. Блин, а это маленький. Как мы теперь будем драться? Мы все будем убегать от них. Да? Зеленый всегда не везет. Я же сказала. Я же сказала, беги, папа. Ой, прячемся на став. Ой, папа отвлекает на себя. На мальчика. Уголочек надо. О, у нас нет бит. Ой. Как странно. Надо было биту взять. Ты сейчас не можешь спать. Конечно. А что мне еще делать? Да уж. Ты не все целы? А может, не все целы. Давай нас уже пораться. А то к нам опять... О, смотри, какая дырка. Огромная. Я дырку закрыла. Да. А ты первый. Да. Главное, помню, как лежат... О. Ну ладно. А ты уже закрыла? Ты не до конца закрыла. Я уже заколотила, как мы открыли. Розовая заколотила, заколотила. Заколотила еще одну окно. Я сделаю больше для всех. Двери надо заколотить. Обязательно. А то они через дверь ворвутся. Так, все заколочено. Все заколочено. А мальчик стоит. Чего? Я плохо. Сейчас куда пойдем? Мы уже все заколотили.
работали просто отлично для защиты дома. Это может их сдержать. Пика-пика, это я сделала большое с каким-то мальчиком, который в нашей комнате. Это из синей комнаты получается, да? Я с мальчиком постаралась. Ого, уже стемнело. Осталось еще 3 кусочка пиццы. Пошли, я знаю. Специально, чтоб на меня выпили. О, мне пополняют здоровье. Это кто? Ты? А у тебя очень низкий. Сейчас я тебе поделаю. У нас теперь по одинаковому. О, мне 2 кусочек пиццы достался. Я тебя полетела. И ты меня тоже. Так, пошли в окно. О, они стоят-то. Сколько? Они там стоят. Сколько? Пошли. А как мы их будем защищать? У нас аптечки. Да, конечно, в синей комнате. А что? Тут место. Наконец-то. А где с ними? 2 места? Да. Окей. Нет? Да. Нет. А, вот. Все, я сплю. Плюс 20 энергии. У тебя тоже? Да. У нас одинаковая энергия. Кто-то ворвался? Да? Нет? Ты сейчас не можешь. Там же не атаковали, да? Иди в подвале, там их много. Лучше туда не ходить. Я сказала, я знаю, что там. Я думаю, здесь кто-то есть. Не знаю, кто там идет. О боже, кто там? Не хочу его даже видеть, прячься. Папа, прячься. Иди в шкаф лучше. Ну ладно, уже тут спряталась. Так. Что там? О, мальчик ходит. Там Скайрилари, что ли? Я не верю, что он там. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, это точно не он. Потому что его нет. Ты тот самый его видишь? Скайрилари! А я не верила. Божечки, не вылазь наружу. Главное, что там не уходит. А, боже. Пошли, почти. Все, пошли. Все, пошли, он на параметр. Он ушел наверх. Все, это мое оружие. Я сумею ходить туда. О! Я вот так, я могу сделать пирог. Что тут еще? Что тут не царапает? Мне
4 яблока еще будет. О, 4 яблока. Но только 30 денег. О, где-то тут. О, деньги под вот этой штучкой. О, я нашел. Вот, все, уже. И где тут? Вот. Девочка, не бери эту вещь. Пойду опрятаться. Окей? Деньги? А зачем мне идти? Я боюсь. Что, я не пойду. Сколько у нас? Трое точно? Или четверо? Нет, трое, я посмотрела. Я тебя буду лечить здоровье. Окей? Денежки пойду возьму. О, мне денежки попали, хотя я ничего не делаю. Тебе надо полечить? Ой! Ё-моё. Нажми на крестик. Ай! Останься от меня. О, нас четверо? Откуда? Ай, папа, спасай! Ай! Котик ничего не царапал. Папа, не умирай! Папа! Спаси! Ай! Спасай! Ты одного и я одного! У тебя маленький! Папа! Нет! Так как? Я тут одна не справлюсь, девочка! Ну, представляешь, у меня мало энергии. Все, я умерла. И так нечестно, сейчас девочку убьют. Блин. Ну ладно. Всем пока. Всем удачи, до новых встреч!